Всем привет, на связи IT-дистрикт и сегодня я расскажу вам, как создать сайт с музыкой. Действительно, на просторах интернета существует неочевидный запрос, который звучит как сделать сайт с музыкой. Это сделать довольно-таки сложно, так как есть свои нюансы. Если вы музыкант или исполнитель или другая творческая личность, то наверняка у вас есть необходимость создать сайт музыканта и вы наверняка горите желанием создать музыкальный сайт. В этом видео я расскажу вам, как создать музыкальный сайт. Смотрите внимательно. В любом творчестве огромную роль играет пиар своего продукта и даже в музыкальной сфере очень важно использовать правильные инструменты продвижения. И именно огромную популярность приобретает вопрос создания сайта для музыканта. И так как многие хотят управлять сайтом самостоятельно, то они натыкаются на преграду невозможности сделать такой сайт с собственными силами. Сейчас я вам расскажу, как создать сайт музыканта. Но также имеется одна еще сфера, для которой этот сайт будет крайне важен. Я сейчас говорю о потребности создать сайт для скачивания музыки. Либо подобные проекты очень важны, когда вы хотите создать свой сайт для продажи музыки бесплатно. То есть сделать такой сайт бесплатно и это возможно. Ну и как любой сайт, музыкальный сайт начинается с домена, хостинга и установки бесплатной системы управления контентом. Я сейчас говорю про WordPress. Сейчас вы посмотрите врезку из другого моего видео о домене, хостинге и установке CMS WordPress. А затем мы перейдем непосредственно к настройке музыкального сайта. Итак, на связи IT District и мы начинаем. Для того, чтобы вам разместить свой сайт, вам нужен домен и Хостинг. Что такое домены хостинг? Да, все просто. Домены это адрес вашего сайта. Хостинг это пространство, то есть как бы сервер для размещения файлов вашего сайта. Ведь по факту сайт это просто папка с файлами. Эту папку нужно хранить. Ее хранят на хостинге. Итак, для создания домена и подключения хостинга вам нужен, нужно, нужно зарегистрироваться на любом хостинг-провайдере. Из топов выделяют это на российском пространстве, вернее на русскоязычном пространстве это Bagget, MacHost, RootCenter, Ragru. Я пользуюсь международным интерсервер. Все ссылки на этих все хостинг-провайдеры будут у вас в описании под видео. Ссылки не реферальные, я с них ничего не зарабатываю, поэтому, чтобы вы быстро и быстрее все это нашли. У каждого хостинг провайдера есть своя панелька, да, личная, но есть, допустим, у некоторых используется какое-то общее решение, как у меня интерсервер используется C-панель. По интерфейсу они все различаются, но суть одна и та же. Вам нужно создать домен, то есть доменное имя, потом подключить это доменное имя к хостингу и установить на этом хостинге систему, и установить к этому домену на хостинге систему WordPress и перейти в панель редактирования WordPress. Да? Если возникнут с этим какие-то проблемы, напишите мне, я вам помогу. Все ссылки, кстати, для связи со мной есть в описании под видео. Я буду размещать сайт на поддомене. Что такое поддомен? Например, у вас есть интернет-магазин, да, допустим, там shop.ru. И вы хотите создать отдельный сайт, допустим, одностраничный сайт или другой интернет-магазин, например, под категорию джинсы. И вам не нужно создавать новый домен, платить за него с Снова, да, кстати, домен на, в зоне РУ, то есть на русскоязычное пространство стоит сейчас, наверное, 170 рублей где-то в год. Э -э, в зоне Если на весь мир, то в зоне комна в районе, наверное, 700-800 рублей. Есть же так еще расширение Store, да, именно для интернет-магазинов, то есть на весь мир, там оно подешевле, нарастает в районе 200 рублей. И, но я не советую его брать, потому что, ну... Что-то, что такое, если вы создаете что-то, то лучше один раз заплатить, допустим, если вам на весь мир нужно, то 800 рублей это ничего в год. Да, а хостинг стоит примерно, где-то, наверное, сейчас 250 рублей в месяц, право, на право размещения вашего сайта в сети. Но, допустим, на хостинг-провайдере Бэгги, там первый месяц вообще бесплатный хостинг. Поэтому смотрите, сами выбирайте. Итак, что такое поддомен? Например, у вас есть домен shop.ru и вы хотите создать отдельный сайт для размещения товаров по продаже джинс, да? и вам не, вам не нужно создавать там, например, джинс, джинс, название магазина вашего, заново платить за новый домен, вы можете создать в рамках существующего домена shop.ru на поддомене, например, он будет у вас, например, называться jeans.shop.ru, и это будет в рамках этого хостинга, но уже на отдельном сайте, и поэтому так можно много создавать сайтов. Например, у меня интерсервер, он, он, у него нет лимита на количество сайтов в рамках одного домена. И вот смотрите, я перехожу в свой, у меня вкладка есть специальная субдомен. Снизу я выбрал свой домен, да. Как видите, у меня много различных сайтов. А здесь просто нужно ввести название под домена. Он будет у меня называться r-fashion. Да, кстати, если вы знаете, у вас есть домен хостинг, если вы знаете, как это все делать, у вас видео раз, разбито на главы, и вы можете прям переключаться по главам, чтобы перейти к интересующей вам тематике побыстрее. Так, ввели название субдомена, create, создался наш субдомен, перехожу в главную панельку. Теперь нам нужно установить WordPress на наш этот поддомен, тут есть специальная вкладочка, скрипт, и вот WordPress я выбираю да, и здесь мне нужно install сюда кликнуть, выбрать созданный под домен AirFashion. Далее, если здесь директория VP, я VP удалил, то есть чисто в эту директорию AirFashions alexbashi.com нужно установить. Ну и название магазина, допустим. Можно потом его изменить, но я сразу сейчас все сделаю AirFashion. И вот тут имя и пароль, да, по имя, допустим, я Fashion поставлю а пароль, допустим, сгенерирую новый. E-mail подключаем, на который, которым будут приходить все уведомления. Я рекомендую вам сразу подключить тот email, который вам нужен. Потом, чтобы не было проблем с переподключением. Так, все верно. И язык консоли. Я обычно английским пользуюсь. Ну, так как из всех зрителей, не все зрители знают английский, поэтому я русский поставлю. И install. Начинаем установку происходит установка WordPress. И вот посмотрите, мне сгенерировался адрес моей консоли, но если у вас не сгенерировался адрес консоли, то у вас выйдет логин и пароль, обязательно запишите его. И потом смотрите, вы вводите, точнее не так, в, в, строке, в адресной строке браузера, вы вводите, получается, название вашего домена, ставите слэш и вводите wp admin и заходите. Я просто кликаю по ссылке. Так, если вы будете создавать хостинг и подключать, создавать домены и подключать хостинг, то не пугайтесь, у вас может, у вас потребуется некоторое время на активацию вашего домена и подключение к хостингу. Это за, может занять от часа до суток, поэтому, поэтому как бы не пугайтесь, все нормально, все идет процесс идет своим чередом. Но если больше суток, там двое-трое суток ничего не происходит, то напишите в службу поддержки, вам, вам, помогут. Итак, смотрите, открылась моя консоль редактирования. Если у вас будет ссылка, у меня видите уже сразу, чем хороший интерсервер, он устанавливает сразу обновленный WordPress, самую последнюю версию, самой последней версии PHP. PHP это язык программирования, на который написан движок WordPress. Очень важно, чтобы PHP был последней версией и WordPress был последней версией. Для Почему это важно? Это важно для того, чтобы... Все плагины без проблем вам, у вас становились на ваш сайт. Теперь у нас все готово для настройки нашего музыкального сайта и в первую очередь нам нужно установить тему оформления. Тема оформления, которую мы установим, она премиальная, она качественная, она, можно сказать, единственная в своем роде. Но ну, есть еще подобные, но э, полноценные такие темы. Они довольно-таки недешевые. По, под видео по ссылке в описании вы сможете Получить от меня эту тему оформления за ее стоимость составляет всего лишь-навсего 1000 рублей. Это вы получите эту тему уже с лицензией, это лицензионная тема на полное право управления этой темой. То есть вы по факту за 1000 рублей получаете который, премиальную тему, которая стоит по факту. Если покупать напрямую, то в районе 7500 рублей. Поэтому я вам предлагаю за очень дешево купить эту тему оформления, для того, чтобы создать свой музыкальный сайт. Полностью бесплатных тем для создания таких музыкальных сайтов не существует. Итак, вы получаете от меня ссылку на скачивание этой темы. Вы скачиваете архив с темой и, и разархивируете этот архив у себя на компьютере. Затем вы заходите в внешний вид темы, добавить новую, загрузка темы, кликайте по кнопке. Вот я зашел в разархивированную папку и тут нужно, нам, Тут нас интересует папка Upload. Заходите и вот и вы найдете у себя в этой папке архив с самой темой. Нужно выбрать этот, этот архив. Выйти он подгрузился и установить. Начинается установка, теперь вам нужно немножко подождать. Итак, наша тема установлена, теперь давайте ее активируем. Activate. И вот, пожалуйста, наша тема активировалась. Теперь нам нужно кликнуть по вот этой вот ссылке для установки плагинов необходимых. Выделяем все плагины и выбираем установить. Кликаем по кнопке. Начинается установка плагинов. Итак, все плагины мы установили. Теперь кликаем внизу вот по этой ссылке. Выделяем опять же все плагины и кликаем активировать. Выбираем активировать и кликаем по кнопке. Вот теперь кликаем вернуться в панель наша консоль редактирования на главную страничку теперь нужно кликнуть вот по этой кнопке да установить теперь кликаем по этой ссылочке теперь в инструменты демо контент установка у нас как вы можете видеть два варианта белый и светлый вариант демо контента нам нужно чтобы все заново с нуля не настраивать нам нужно просто импортировать все настройки и базовый контент я выберу черную версию поэтому кликаю install у нас происходит загрузка демо контента. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Как видите, мы полностью загрузили наш сайт. Сейчас нам не он очень нравится. Я думаю, возможно, такую же тему установлю на свой основной сайт. Хотя у меня не музыкально, но она очень классно сделанная. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Мне очень нравится эта тема оформления. Что теперь нам нужно сделать? Теперь нам нужно с вами заменить этот демо контент на наш свой давайте пройдемся и посмотрим что возвращаемся в консоль редактирования и посмотрим что а мы... нам нужно обновить теперь базу данных давайте обновим базу данных wordpress continue все отлично у нас требует вот активировать бесплатную бесплатное расширение ну давайте активируем install активация перейдем на сайт снова кстати говоря, этот сайт еще рекомендую не просто те, кто, кому нужен музыкальный сайт, а даже тем, кому нужен и видеосайт, и даже тем, кому нужен просто блог. Кстати говоря, тут уже автоматически можно, есть мультиязычность. Посмотрите, как это все интересно выглядит, как все это интересно сделано. Прям классный такой сайт. Возвращаемся в консоль редактирования. Давайте посмотрим все-таки, как что тут редактируется. Ну во-первых, что мы тут имеем? Все настройки темы делаются вот в этой вкладке Options. Ну, тут просто по вкладкам выходите и все, что нужно настраивать. И тут все понятно. Тут тут шапка сайта, да, то есть подвал сайта, настройка страниц. Тут все понятно, тут ну, даже нечего объяснять, да. Также у нас есть э, информация по артистам. Вот вкладочка «Артисты». Вот вы заводите здесь артистов. Есть вкладочка у нас, получается, сейчас «Альбомы артистов», да. Все альбомы. Давайте посмотрим, что такое альбомы. ну вот, пожалуйста, можно прослушать, да? Edit альбом давайте сделаем. Смотрите, тут альбом жанра можно отнести. Тут к языкам различным можно отнести, да. Альбом. Вот, самое главное. Треки. Вот эта песня. Треки. И вот треки это как отдельные записи здесь. Просто edit. К жанру относите, к языку относите, да, к определенному. К артисту определенному относите. И вот здесь через эту кнопочку вы можете либо загрузить трек, либо поставить ссылку на, на этот трек. Откуда-то ее загрузить, то есть внешнего источника. Ну и тут отнести к определенному автору. То есть настройка по фок по факту тут идет. Смотрите, сейчас снова на консоль зайду. Тут все очень просто. Мы уже с вами обговорили, что настройка темы вот здесь настраивается, да. Потом у нас идет очень важные вкладки «Артист», «Альбом», «Настройка радио», «Настройка плана подписки», «Настройка, получается, всяких маркетинговых инструментов», «Настройка треков». И есть еще очень важная настройка – это продукт, это как бы интернет-магазин, товары. Давайте зайдем, посмотрим, что здесь за товары у нас. Так, давайте зайдем в товар, вот этот, например, что здесь происходит? Посмотрим. То есть вы можете предлагать покупать какие-то товары, либо наушники, либо какие-то возможно, композиции на скачивание, скачивание композиций, да. То есть вы можете тут предлагать покупать именно песни, какие-то треки уникальные. То есть вот здесь есть вариант, возможность послушать и добавить, да добавить в корзину, добавить можно свой плейлист, можно в избранное. То есть это такой уни, очень уникальный музыкальный сайт, который я крайне рекомендую всем желающим. Во-первых, для кого он будет интересен? Для тем, кому нужен, для артистов, для музыкантов, кому для музыки, для продажи музыки. Да? Потом возможно его транс переделать под киносайт. То уже, возможно, есть интересный вариант. Под обычный музыкальный бл блок, под просто блок. И также ну, это не очевидно, но все-таки его можно переделать под сайт подкастов. То есть ваши личные подкасты. Это очень интересный сейчас формат подкастов. Его также можете сделать. Вы знаете, я, наверное, все-таки возьму эту тему и сделаю на основе этой темы себе сайт также. Именно переделать свой основной сайт ком на это, на такой вариант. Потому что это очень интересная тема, и я вам крайне рекомендую ее использовать в общем, стоимостью 1000 рублей. Что вам нужно сделать? Вам нужно заполнить форму под видео, либо сразу нам, напрямую со мной связаться через мои соцсети. Также ссылка на все соцсети будет в описании. И написать, что вы хотите эту тему оформления. Я вам бросаю ссылочку, вы скачиваете эту тему оформления, делайте все так, как в этом видео сделано, да, и потом настраивать, то есть загружайте контент и меняйте этот контент на свой. Так, опять же сейчас давайте еще раз напомню, как настраивается этот шаблон. А, и кстати, все, кто приобретут мне эту тему оформления, получат у меня подарок: во-первых, бесплатный последний мой курс по интернет-магазину, где вы сможете настроить именно вот этот каталог. С товарами, которые я сейчас показал, также вы получите для меня без, от меня бесплатно WordPress Академию, где полностью для разобрано, как настраиваются, создаются все виды сайтов. И оттуда вы тоже много подчеркнете такой информации, как создание подключения соцсетей, создание страницы контакты, создание слайдера. И вот все-все-все. А то, что касается уникальности этой темы, то вы должны знать, что посты вот блокпост настраиваются треки, вот в вкладке треки создаются тоже по... Ну все, все настраивается по схеме постов, так же самое. Артисты, альбомы, радио, ваши тарифные планы, да, товары, все, все. И вот это главная вкладочка, это настройка именно опции этой темы оформления. Так что я вам крайне рекомендую этой тему. Я, кстати говоря, не знал, что она настолько классная, эта тема оформления, но все-таки я вам ее крайне советую, потому что она классная. Все те, кто купят у меня эту тему, во-первых, получат для меня два бесплатных курса, по которым вы сможете настроить эту тему оформления. А также вы получите от меня бесплатную помощь, когда вы настроите этот сайт, и вам нужно будет что-то кодом поменять, то есть цвета какие-то другие поменять, да, или как не все названия, допустим, с английского переведутся на русский язык, то есть будут такие аспекты, в которых нужно будет поработать кодом, ну, тогда я бесплатно кодом поправлю ваш, ваш сайт. Там работа такая мелочная, она не, ну, имею в виду, она немного займет. То есть я вам бесплатно окажу такую помощь. В общем, все ссылки для связи со мной в описании. Формочка для заказа этой темы оформления также в описании. Оставляйте заявку. Там у меня в районе 10 лицензий есть. То есть 10, смотрите, 10 лицензий. Да, получается, одну лицензию я сейчас потратил, одну лицензию я сделаю для себя, и у меня останется 8 лицензий. То есть Останется у меня 8 лицензий, поэтому я смогу обработать только 8 заявок. Если вам действительно интересна эта тема оформления, тогда напишите мне, и мы все быстро с вами сделаем. А на связи был IT District. На сегодня у меня все. Всем пока.